Вот комнаты специально выделили для бульдогов. С ванной, с раковиной, с зеркалом, с унитазом. Мягкий коврик. Но не хотим здесь жить, а хотим вот тут жить. Вот нам здесь милей. Среди ботинков. Ботинки чистые, сразу скажу. Потому что у меня во дворе кругом бетон. Поэтому они у меня стерильные. Вот. Вот тут все троим. Смотрите, видите. Все. А там пусто. Туда не хотят. Вот здесь они целый день. Как узнали, что Спиридончика забирают. И вот тут вот себе возле двери облюбовали коврик. И сидят, и сидят, и сидят. Я их отнесу туда, в ту комнату, они опять сюда придут. Может, мне тут заборчик такой сделать? Огородить этот коврик. Он мягкий, конечно, теплый. Тепленький. Господа, пройдемте туда. Пошлите. Пошлите. Кто-нибудь из вас. Давайте. Ну что тут хорошего? Там игрушек полно. Гляньте. Пошли сюда. Вот он тут. И шарики. И уточки. И тренажер даже есть. И вот такие вот. А если туда полезть, там знаете сколько игрушек? Где там? Вот еще шарик. Вот. Иди сюда, Шурка. Давай. Давай я тебе платочек повяжу. Будешь? Вот так вот. Да. Ну что? Идет тебе. Ну подожди. Так хорошо было. Не спеши, фото сделаю. О. А где остальные? Иди позови их. Давай, пусть идут. Шурка, давай. Эй, господа, идите сюда. Классно. Ну скажи мне, чем там хорошо на этом коврике? А? Почему они сюда не хотят идти? Здесь мягко, здесь тепло. Ну там тоже не холодно. Здесь светло. Ну почему мы там сидим? Что там? Чем там? Привлекательнее, а? Шур, ну скажи мне, признайся по секрету, я тебя пойму. Что там хорошего? Почему ты здесь, а не там? А? Может быть, знаете что? Ну так скажу, вот здесь вот раз, два, три, четыре. Ну, 5 метров вот это расстояние. Может быть. Поэтому. Закрывай. Проходи. Что? Ну, проходи, проходи. Я камеру вниз направил. Виктория ходит туда-сюда. Ну, мы договорились, что когда я дам добро на съемку, ты меня будешь снимать.
А так, без санкций, ой, без санкций, без разрешений, она сказала, наложу на тебя санкции, если будешь меня снимать. Она мне должна давать санкции. Ну, я уже запутался, короче. Короче, это несанкционированные съемки получается. Вот бульдожку я могу снимать, они мне дают разрешение на съемку, а Виктория нет. Отдыхайте. Вам виднее. Вообще собаки, говорят, выбирают место. Где выбрали место, там и, как говорится, и благодать. Знаете, даже звуки какие-то. Все. Лирочка, ты там попискиваешь, да? Ну, получается, что вот это место благоприятное для жизнедеятельности. Но обычно, говорит, кота, где вот он выберет место, там и самое, ну, как бы для, ну, лечебных целей. Ну, грубо говоря, уйдут, я тут лягу и буду лежать, и все. Да? Шурка, уйду, там мы с тобой ляжем там. В общем, есть какие-то поверья, есть какие-то приметы. Ну вот я хочу понять, почему этот коврик стал для них таким притягательным. Что в нем? Ну, другое скажу, что завтра Спиридончик уезжает. И Лирочка хочет с ним побыть, с братиком перед отъездом. Вот и весь секрет земляне. Вот 1 метр, и Спиридончик там.